Я барабанил ложками по кастрюлям, чайникам, подбирал мелодии, пытался подражать Юрию Антонову. Моя музыкальная тяга к инструментам всех удивляла, ведь в семье не было людей, хоть как-то связанных с этой сферой. Да и талантов подобных ни за кем не наблюдалось. Разве мог предположить тогда герой нашей сегодняшней программы, что спустя годы его песням будут аплодировать полные залы поклонников, что в его багаже наград найдут свое место самые значимые трофеи национальных музыкальных премий страны, что именно его имя будет внесено в Книгу рекордов Евразии с пометкой «Самый выносливый артист». Саша Немо, яркий представитель белорусского шоу-бизнеса, не перестает благодарить судьбу за трудности, которые, как ни странно, делают удачу слаще. Почему? Я вам расскажу по большому секрету. Его детство – это дворовые игры в городе Слоними, лестничная площадка, на 2 метра разделяющая квартиру их семьи и родной тети Тони, к слову, маминой сестры-близняшки. Это двоюродные братья, письма отца, который зачастую был вдалеке на заработках, и наказы старшей сестры о том, что хорошо, что плохо. А еще это незабываемое ощущение праздников. В то время не таких хлебосольных, но, безусловно, по-детски желанных и ожидаемых. Вспоминается Новый год. Новый год, новогодняя елка, запах апельсинов или мандаринов, что просто-напросто на то время было настолько возбуждающим таким вот явлением, запах мандаринов дома, поскольку это большой дефицит был, и доезжало 2-3 мандаринки в подарки из маминой фабрики художественных изделий. Эта мандаринка елась 3 часа, наверное, одна. И елка, запах елки, игрушки, которые уже, скажем, с каждым годом они... Ты взрослеешь, а игрушки все те же и те же. Но с каждым годом взгляд на каждую игрушку и на эту коробку становился почему-то другой. И игрушки становились другими. И ты становился другим. Все вокруг видоизменялось в силу его взросления. Задиристый паренек с лучшими друзьями, а по совместительству двоюродными братьями, были грозой двора. Вместе девчонок обижали, пытаясь обратить на себя внимание. Бывало, набивали и друг другу синяки под глаза. После побоищ день-два не разговаривали. Ну а потом вместе становились в одну футбольную команду. И вот здесь-то они всегда были плечо к плечу. Сашка, Валерка и Колян. Дворовый футбол для меня всегда был такой элементом азарта, который всегда во мне, скажем так, открывал мои новые возможности, поскольку я с самого детства был маленьким, хлипким и болезненным молодым человеком, достаточно романтично настроенным на окружающую действительность. А футбол мог во мне как-то вот в какой-то степени пробудить агрессию, спортивную злость. Эту бурю эмоций могло погасить только увлечение фотографией. Саша помнит тот день, когда, написав отцу письмо с просьбой выслать деньги на покупку фотоаппарата, через непродолжительное время нужная сумма была у него в кармане. Словно молния, даже не споткнувшись, он полетел в магазин. Все. Теперь его жизнь, его окружение, его мир были запечатлены в картинках, на фотокадрах. Ну, это было достаточно интересно. Мы специально ходили на карьер где-то вблизи города Слонима, там за районами. Никто за нами особо в то время, не знаю, не следили. Мобильных телефонов не было. Уходили на полдня куда-то гулять. И все это было нормально и спокойно. Ходили, фотографировали. Где-то фотографии, наверное, эти остались. Я сейчас не знаю, найду ли я их, но они должны где-то быть. Сохранилось внутри Саши и ощущение мощного союза их рода. Присутствие в доме родственников, с которыми посчастливилось быть соседями, было настолько естественным, что никогда не стоял вопрос «это наше, а это ваше».
Родство и дружба, вопросы собственничества просто уничтожали на корню. Когда мы жили двумя семьями, вот это все, мы спокойно заходили друг к другу, открывал холодильник, что-то брал, и там что-то ел, и что-то происходило. Потому что, ну, я часто на концертах даже рассказываю, у нас мамы работали, я мамы называю, потому что они похожи были абсолютно. И мамы работали на фабрике художественных изделий, только одна в первую смену, допустим, вторая, вторую, потом менялись. И вот какая-то из них постоянно за нами следила. Немного позже эта дружная семья примет в свои ряды еще одного родственника. Муж старшей сестры пришелся, как говорится, ко двору. Александр же поглядывал на Шурина немного с корыстной целью. «Он музыкант, а значит, может чему-то научить меня», – думал Саша. И не разочаровался в своих ожиданиях. Именно этот человек даст будущему артисту первые музыкальные уроки игры на гитаре, ну а потом... самоучитель. Я эту книжку практически всю и на себе и испробовал, и поскольку там шло не просто изначально там учеба на гитаре для человека, который знает ноты, нет, там начиная с самого начала, и некоторые вот уже азы и некоторую элементарную теорию музыки я уже сам освоил. С каким же наслаждением Саша выходил во двор с гитарой? Он понимал, что музыкальный инструмент имеет магнетическую силу у молодежи. А если к этим чарам прибавить еще и харизму, обаяние исполнителя, ты всегда будешь предметом обожания. Эта эйфория подталкивала молодого человека активно участвовать во всех школьных капустниках, конкурсах самодеятельности, скупать различные плакаты, постеры. Ну а будучи в 8 классе, он входит в состав вокально-инструментального ансамбля. Я всегда был любвеобильным парнем, и влечение мое к противоположному полу, оно уже, скажем так, в памяти моей, наверное, с самого детского сада. И когда я понял, взяв гитару в руки, и там два аккорда что-то там, и то, что ты уже в центре внимания, я подумал, да, вот это вот круто, вот это, наверное, то, что мне нужно. С четким убеждением, что это именно то, что нужно, Александр Ефимик после школы едет в столицу штурмовать Институт культуры. У него была хорошая база, которую заложила перед поступлением педагог по вокалу Лидия Марутик. Но огромный конкурс на вокальное отделение немного стушевал провинциального паренька. Я когда приехал уже сдавать экзамен, по-моему, первый по специальности по вокалу, я увидел, там ребята стоят с дипломами какими, там уже конкурсы международные поют, там... Боже, думаю, куда я приехал? Мама родная, надо бежать не знаю куда и что это, в армию. Вот, ну ладно, попытка не пытка. Я вышел, не помню, что исполнил какую-то свою песню заунылую, мрачную, я уже начал сочинять тогда, в то время. Что-то не знаю, что мне поставили, что-то не помню, но помню, что на теоретическом экзамене я завалился и быстренько собрал чемодан и уехал из Минска, потому что мне показался сумасшедшим городом, меня просто вот так вот трясло. Не получилось. Подавленный этим обстоятельством, он возвращается в Слоним. Сейчас уже не вспомнит, кто именно подсказал попробовать свои силы в Гродненском культпросветучилище. Но долго не колебался, собрал сумку, прихватил гитару, и уже через несколько часов Ефимик едет в междугороднем автобусе покорять областной центр. Город, который одарит его и славой, и друзьями, и высокого уровня педагогами, и любовью. Но произойдет это не сразу. Вначале необходимо было выдержать ряд некоторых испытаний. И первое – это конкурс молодых исполнителей «Зорная ростань», очень популярный в то время и оттого волнительный. Одеть у меня особо нечего было, да и в то время на парня найти одежду хорошую вообще нереально было. Что-то такое более-менее, в чем можно было выйти на сцену. Ну, естественно, костюм. Ну, у меня костюма не было. Жили мы не так богато, чтобы мне там костюмы какие-то шить, покупать. Нашли мне пиджак. Из-под которого так приблизительно вот так вот пальчики мои выглядывали. Вот. И что? Вот я и выкатился на сцену вот в этом пиджачке. Не вспомню, наверное, что я пел, но до сих пор я встречаю вот Татьяну Космачеву с Олегом Елисеенковым реже вижу, вот как-то вот встречаясь с Космачевой, вспоминая те вот былые времена,
Она говорит, я никогда не забуду этого Пьеро, который вышел на сцену. У меня еще причесочка была такая вот. Вот, и она говорит, это незабываемое вообще было впечатление. Елисеенков сразу, говорит, отказался. Но говорит, ну дай мне его, дай я его попробую отмыть, причесать, может что-нибудь из него получится. Вот, а подобрали мне репертуар достаточно активный. Я что-то пел, скакал, прыгал и добрался до финала. Став финалистом, получает приглашение работать в оркестре от самого Михаила Фимберга. Теперь на протяжении 3 лет Саша разрывается между городами Минском и Гродно. 2-3 раза в неделю студента колледжа отпускали на репетиции почти за 300 километров. И он ездил, несмотря на вечное отсутствие денег, ночлег в холодных плацкартах и жизнь на вокзалах. Благо, что компания была. Вместе с Ефимиком покоряли столицу такие парни, как Дмитрий Кочаровский и Юрий Ващук на НИТЭУ. Вокзал в Минске строился. То есть стройка в Минске вокзала практически на моих глазах происходила. Потому что зал ожидания остался старый, там просто перестраивали, там заколачивали какими-то штуками, жутко холодно было. И я как сейчас вспоминаю Димой Кочаровским, с ним чаще проводили времена, помню жуткий холод в зале ожидания, и ничего не помогает, мы там уже там что-то съешь, чай попьешь, но представь, там ждать 4-5 часов, у нас выбора не было, некуда идти было. Мы занимали очередь в телефонную будку, и один якобы звонил, а второй возле лампочки руки грел. А потом мы менялись, и опять такая же вот штука была. Ну, было такое, да. Ели с одной, скажем, тарелки и миски хлебали. А потом его сердце будет согревать романтическое чувство. Учащиеся творческого учреждения зачастую выезжали на различные фестивали и концерты. Эти поездки всегда были веселыми и шумными, и одна из них Саша преподнесет судьбоносную встречу. Мы как-то вот ездили, мы, хореографы, вот эстрадники, всегда были вместе. И я заметил вот среди вот этой вот разнообразия вот этих вот девчонок хореографического склада тела, заметил девушку. Ну, она достаточно скромная по своей подаче вот была, то есть не выпячивалась нигде, ничего. Помню, у нее был красивый спортивный костюм, синий-желтый какой-то, вот такой что-то вот был у нее. И я, набрав смелости, немножечко, видимо, в соседнем кафе смелость мы набирали, вот, подошел вот к столику там вот с хореографами, и что-то вот мы разговорились, и я пригласил ее просто прогуляться, пройтись. Ну, вот эта встреча, наверное, она была, длилась минут 15, наверное, вот эта прогулка. И впоследствии хореографы отработали свою программу, сели в автобус и уехали, дальше уже работали мы. И я потом в училище, я ходил, смотрел, а они все одинаковые. То есть зализанные в одинаковой одежде, все мокрые, потные, перебежали с одного класса в другой. Их увидеть невозможно было так. Или потом вот как эти жабки пошли вот домой все уставшие. Я не мог ее вычислить. Встретиться вновь помог Новый год. Отмечая этот праздник в стенах училища, он, услышав медленную мелодию, схватил за руку первую попавшуюся девушку и стал с ней в пару. Поднял глаза. А напротив – она. К слову, руки Светланы он не отпускает до сих пор. В любой паре каждый из членов семьи должен как-то друг друга восполнять. Поскольку я достаточно импульсивный человек, а Света у меня спокойная, вот мы в этом смысле, прихожу домой, вот я приезжаю, представь, бывает в день там 3 выступления, да, и невозможно себя настроить на спокойствие, то есть механизм заведен. И вот когда я прихожу домой, и вот эта вот семейная обстановка, только вот эта вот семейная обстановка, тишина, у меня 2 детей, у меня люди поражаются, говорят, у тебя 2 детей, мы их не слышим, и они, слава богу, пошли в нее, 2 дочки мои, которые я очень люблю. И я вот домой прихожу, и все, тишина. Я только единственное прошу, чтобы был один источник информации. Если это работающий телевизор, то пускай это будет он.
Если это ты, то пускай это будешь ты. Вот, поскольку уже два источника информации не воспринимаются никак. Ну, наверное, это так во многих семьях, поскольку мы-то все находим друг друга, находим друг в друге какие-то черты характера, какие-то завлекающие нас эмоции, не присутствующих в тебе. Одним общим целым молодые люди приезжают в Минск, где снимают квартиру. Конечно, было нелегко, конечно, требовалось время, чтобы город принял тебя за своего. Но у Александра завязались дружеские отношения с Егором Хрусталевым, который развивал его талант как аранжировщика на телевидении. Была еще одна отдушина – оркестр, целый механизм, который словно улей выдавал ценнейший продукт – медовое наслаждение для слушателей. Для меня просто сидеть, смотреть на оркестр, даже на репетиции, это было огромным счастьем. И это, я это впитывал как губы, это очень мне помогало потом как музыканту и аранжировщику, потому что где как не там увидеть, как правильно играет, должна играть скрипка, как звучит тромбон или саксофон, как там играет на бас-гитаре и барабанах. То есть все это вот так вот воочию я все это наблюдал в течение 12 лет. Эти 12 лет – неоценимый вклад в его творческой судьбе, и он благодарен за это. Но время диктовало начинать свою сольную карьеру. Познакомившись с продюсером Максом Олейниковым, у Александра начинается новый виток в карьере. На сцену выходит новый человек с новым репертуаром и с новым именем. Теперь его представляют как Саша Немо. Псевдоним – это такое дело, что, ну, это как нужно воспринимать как бренд просто, который ты называешь, с которым там уже работаешь. То есть, ну, где-то внутри себя, конечно же, я кем был, тем и остался. И до сих пор, честно говоря, не до конца привык к этому псевдониму. То есть оно-то все ощущение есть, то есть вот раз, там меня называют, а потом ты думаешь, да какой я Немо, блин, какой я Немо, а потом нормально. Такими вот волнами. Волнами накатываются на него и самые сладчайшие эмоции, верность и преданность семьи. И счастье от того, что дома его ждут три девчушки, супруга Светлана и очаровательные доченьки Аннушка и Машенька. Именно они – источник вдохновения. Они его самая настоящая, большая и целостная любовь. Всегда не устаю говорить то, что настоящий артист, художник, мужик, то есть тут очень все равноценно, я сейчас все рассказал, должен посвящать себя женщине исключительно, потому что это настолько, настолько эмоциональный момент в моей личной жизни. Потому, мне кажется, ну, если бы не было женщин вокруг меня, я бы, наверное, был деревом, растением каким-нибудь, просто бесчувственной какой-то вот ходилкой. И, ну, я люблю шутить по поводу того, что у нас там на эстраде мужиков-то раз-два и обчелся. Я там Ефимберг Михайлович. Вот. И в этом смысле я себя считаю мужчиной, поскольку достаточно большое количество песен посвящено женщинам и чувству под названием «Любовь». Во имя своей семьи Саша Немо не жалеет ни сил, ни эмоций. А недавно решился на одну авантюру. Дал согласие своей новой команде, к слову, профессионалам своего дела, побить рекорд Филиппа Киркорова, осуществив самый продолжительный, беспрерывный гастрольный тур. 35 дней кряду, 35 городов Беларуси, в каждом двухчасовой сольный концерт живьем, без фонограммы. В общей сложности 8 тысяч километров, 630 исполненных песен, 10 тысяч с половиной зрителей и его имя внесено в Книгу рекордов Евразии. Я не помню, откуда я брал ресурсы в себе, но потом неделю, наверное, мне никто не мог дозвониться. Потому что я уехал в очень глухое место, где меня никто не мог достать. Я никого не хотел ни видеть, ни слышать. И вот эмоциональную какую-то вот опустошенность я вот от природы брал. Природа, бег, футбол и просто прогулки на личном авто восполняют эмоциональные ниши Саши Немо. Катаясь по ночной столице, он включает диск со своими песнями. К слову, у него уже 4 альбома. Но не для того, чтобы усладить свой слух,
для того, чтобы понять, где сделаны недочеты, в каком направлении двигаться дальше, как можно усовершенствовать свой материал. Ведь он артист, а это значит не стоять на месте. Это значит, что вся твоя жизнь подчинена зрителям. Пролетают мимо звезды и года, оставляя за спиною города. И пока мои друзья со мной, клянусь, я сюда вернусь, я сюда еще вернусь. Людям неинтересно, есть у тебя температура, нету, давление у тебя низкое, высокое или еще какое-то. Люди купили билеты, хотят получить эмоции. Пока есть силы давать эти эмоции, я буду это делать с удовольствием. Не растратив своего обаяния, не успокоившись в поисках новых красок своего творчества, а главное, не очерствев в сетях шоу-бизнеса, Саша Немо переполнен любовью к жизни. И пусть иногда судьба подбрасывала в сердце льдинки, пусть сбивала с ног ураганным ветром, пусть порой оказывалась подгнившей ступенькой на лестнице стремянки. Разве это важно? Важно то, что он самостоятельно открыл свою формулу счастья. И звучит она так. Если ты страдаешь, немножко недоедаешь, недосыпаешь, тебе нехорошо, ставь перед собой цель и точно определись, ради кого эти испытания. В тяжелые минуты у меня всегда перед глазами мои доченьки. А это и есть счастье.